Овен, поменьше зацикливайтесь на прошлых неудачах. Перестаньте раздумывать, кто прав, а кто виноват, кто победил и кто проиграл. Это не соревнование, а жизнь. И вполне можно устроить так, чтобы все были довольны. Телец – это подходящий день для встреч или коротких поездок, поскольку новые впечатления помогут вам развеяться и получить заряд бодрости и хорошего настроения. При этом не исключено, что вас ожидают неожиданные знакомства, которые помогут изменить вашу жизнь к лучшему. Близнецы. Возросшее обаяние сделает вас центром внимания в любой компании. Однако, если сегодня вы не станете заниматься самолюбованием, а постараетесь наладить новые связи, то они могут оказаться довольно многообещающими. Рак. Весьма полезным будет сегодня проявить повышенное внимание к своему здоровью. Занятия спортом, прогулка или комплекс витаминов станут не только прекрасной профилактикой заболеваний, но и значительно улучшат ваш внешний вид. Лев. Общение с людьми принесет большинству из вас массу хорошего, и даже если вы пребывали в плохом настроении, то от него не останется и следа. Благоприятны также физические нагрузки. Упражнения и занятия спортом помогут выплеснуть лишнее напряжение. Дева. Сейчас вы сможете проявить себя как очень дальновидный и мудрый политик. Поэтому уделите время планированию дел на будущее и позаботьтесь о том, чтобы окружающие согласились с вашими планами. А для этого учитывайте и их интересы. Весы. Интуиция подскажет, как вам следует поступить в той или иной ситуации. Если при этом вы сможете думать не только о себе, но и о других, то день для вас сложится как нельзя удачно и интересно. Скорпион. Сделайте все возможное, чтобы укрепить или уладить отношения внутри семьи. Помиритесь с тем, кого вы обидели, и прежде чем открыть рот, спросите себя, какие же нежные слова вы хотите сказать в этот момент. И только после этого говорите. Стрелец. Возможно, сегодня у вас появятся новые партнерские предложения, которые будут для вас очень выгодными и перспективными. Однако должно пройти время, прежде чем вы их примете, так как вам будет необходимо все тщательно обдумать и взвесить. Козерог. Родные могут испытывать терпение, рожденных с 11 января, но вы должны изо всех сил пытаться поладить с ними. Вы можете избежать ссоры, если оградите себя от контактов, либо отнесетесь к ситуации с юмором. Водолей. Несмотря на обилие незавершенных дел, сегодня вам стоит отложить их в сторону и позволить себе отдохнуть. Особенно полезными будут прогулки на природе и возможность подышать свежим воздухом. Рыбы. На душе у вас сегодня будет светло и радостно, а гармония, идиллия и согласие с близкими добавят новые краски в ваши личные отношения. Такими же приятными окажутся новые романтические знакомства и случайные встречи со старинными приятелями.